нет ничего более в жизни трагичного, как невозможность изменить ворох лишнего, что уже совершили, и поезд ушел далеко. С любовью часто не гладко, нелегко. Это не имеет значения, это именно так. Восхищение красотой и жажда обладания — это не любовь, а лишь каприз желания. У любви нет возраста, не подойти к пределу. Нет смерти, она не просто доступ к телу. Это имеет значение, это именно так. Физическое влечение отсутствует. Человек жалости, рассудка и долга не чувствует. Бывает такое, да, отвращение, заложенное в нем. Природное плохо или хорошо, ночью и днем. Не имеет значения, это именно так.